Две сильные дружины встречаются в жестком поединке. Актюбинская команда «Намыс» и шымкентский «Казгурт» – давние соперники, а потому уже успели хорошо изучить друг друга по играм на чемпионате страны. Первая половина игры проходит во взаимных атаках, но первыми распечатать ворота соперников получается у шымкентских гандболистов. Через две минуты актюбинцам выпал шанс сравнять счет, но гости не смогли должным образом реализовать пенальти, и нить игры была вновь в руках хозяев паркета. Молодцы, ребята, молодцы. Гораздо сильнее, чем прошлые игры. Молодцы, я довольна. Но еще много впереди, но на настоящий момент вот в этом положении молодцы. Вообще из Ташкента приехал смотреть чемпионат Казахстана. Как вам наш чемпионат? Ну, интересные игры, хорошие ребята есть. Вот, чемпионат нравится. В этом поединке гости показали по-настоящему бойцовский характер. Несмотря на то, что актюбинцы отставали в счете на 10 очков, они с завидным упорством пытались даже если не перебить очки, то хотя бы выровнять чашу весов. К сожалению, им это не удалось. По итогам часовой игры со счетом 35-30 победа была за шымкентскими спортсменами. По итогам этого тура подопечные Берега Бекназарова уверенно заняли первую строчку турнирной таблицы, а вот актюбинский «Намыс» сейчас на третьей позиции. Чемпионат только стартовал, и у команды из северного региона есть все шансы изменить положение.